О прогнозах синоптиков Небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор». Только в медицинском центре «Семейный доктор» консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска. Более 1000 видов лабораторных исследований, все виды ультразвуковой диагностики, герудотерапия, лазерное лечение, процедурный кабинет и многое другое. «Семейный доктор» ждет вас. Железнодорожная, 34, телефон 500-411. 25 ноября, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью до 5 градусов мороза. Днем столбик термометра поднимется до минус 2. Пасмурно, утром небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба. Среда обещает быть нелегкой и противоречивой. Ответственные проекты астрологи советуют отложить на потом, чего бы они ни касались. Финансовые сделки, выбора нового гарнитура для спальни или даже признание в любви. Зато люди, родившиеся 25 ноября, вырастают защитниками слабых и зачастую бывают хорошими судьями. Что же касается народных примет, раз зима вступила в свои права, ранней весны ждать не стоит. В старину этот день обычно выдавался снежным. А я напоминаю, наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор» – это все виды ультразвуковой и лабораторной диагностики, консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска. Медицинский центр «Семейный доктор», Железнодорожная, 34, телефон 500-411. На этом прощаюсь с вами. До встречи!